Всем привет, дорогие друзья, вы на канале I'm Playing, меня зовут Олег, и это новая серия прохождения игры под названием Days Gone. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чаёк-копеёк, ну а мы продолжим, погнали. Так. В чем дело? Ополченцы. Что? Где? Бухарь думает, что они еще вернутся, так что он попросил связаться с тобой. Чертовы ополченцы. Да, я займусь. Вот и славно. Сообщу Бухарь. Конец связи. Чех два. Даблкил. Нормально, нормально. Так. Чё там? Давайте зачистим лагерь ополченцев. Это, я думаю, это будет интересно. Дик, это Копланд. Как дела? Чё-то... У меня для тебя работа. Коп, ладно, давай. Постараюсь выкроить время. Конец связи. А чё, мы тут никуда, да, не переместимся? Вернуться в лагерь Железного Майка. Кстати, как по... Чего? То есть я не могу свичнуться в лагерь Железного Майка, да? К ферму Железного Майка, либо к... Сраку, поехали к Копланду. То вот это зачистите, чтобы перемещаться. Целая история. Открывай. Эй, все в порядке. Пусти. Да в порядке, ты только открывай быстрее, все будет вообще замечательно. Что там случилось? Что от меня хочет этот дурачок? Что ты хочешь, так, Колпан? Заходите. Что случилось? Подстрелили. Там, через дорогу. Нужно собрать отряд и догнать их. Не, меня это не касается. Они забрали Мэнни. Мэнни — это механик, да, который? Я руковожу лагерем, Дик. Они лезут со своими советами. Да, это, походу, механик, который байк делал. Я был в классе. А, ты был в классе. Меня это очень радует. А кто меня заправит? В общем, ну его нету, да? Сначала я подумал, что кто-то в кого-то стрелял. Ну да. Секунду, я открою ворота. Они все спросили. Это был какой-то бунт. Карен и другие учителя пытались забаррикадироваться. Отлично. Погоди, я открою. Причем топливо у нас прям совсем на донышке. Не знаю, что у нас здесь впереди. Мы поехали, куда доедем. Отдыхай. Тут кино не будет, да? Блин, ну я очень надеюсь, что там есть какое-то топливо. Дикон, может быть, чуть-чуть быстрее будешь руками, нет? Ну, слава богу. Намады. Так. Я туда не залезу, да? Ну, это логично. Предполагаемо. Достать какой-то вертолет разбитый, в котором ничего нету. Нужно преодолеть огромные расстояния. Я очень надеюсь, что здесь где-то есть топливо. Ну что прямо какое-то очень плохо. Максимально ужасно.
Если сейчас я здесь встану, то... Оленя собьют. Тут только и водится, что убийцы, намады и бандиты. Беритесь. Да, все, красно. Теперь осталось дождаться, когда у меня закончится. Когда у меня закончится... Так, ну я в Остек приехал, это не та миссия, правильно? По всей видимости, это так и есть. Господи боже, ну кто это сделал? Шакал. Есть. Аккуратно. Ага. Я цель люблю. Давай, давай, давай. Что, Лёшка, ночлежка? Так, есть. Топливо. Топливо, топливо. Так, заливаем топливо. Смотрим, что там по миссиям. Да, поедем. Топливо это замечательно, топливо это прекрасно. Отлично. Так. Да. Найти майни. Погнали. Они тебя кормят, миссия называется. Отлично. Я думаю, там должно быть небольшое какое-то поселение. Да, мы сможем спокойно просто ворваться, всех перестрелять. Интересно, а кто это? Просто какие-то повстанцы? Ну, типа упокоителей же вроде нет. Мы вроде покончили с упокоителями. Как бы. Надеюсь. Ну, с Карлосом мы точно покончили, поэтому... Думаю, упокоителей там тоже быть не должно. Так, ну это типа, да, поищите. Да, вот байк упал. Угу, я понял. Коуп, я нашел его байк. Угу. Попытаюсь отыскать его самого. Как тебя с него сбили? Я узнал, что они устроили засаду на шоссе Сантиам. Да, я уже нашел. Конец связи. Опа. А что, что тут? Так, ну это фрики. Это точно не упокоители. Упокоители ж вроде эти. Последователи. Фриков. Чёрта. Ну? Давай я его просто в него выстрелю и все. Сейчас 100%. Давайте проверим. Я в него выстрелю. И он все равно меня захочет укусить. Я выстрелю ему в голову, выстрелю из дигла. Просто мне интересно, это херь доскриптована или нет? Вон он, крайний дружочек. Да, мы даже в него выстрелить не можем, если что. Его. Чик! Ну, наконец-то. А что в этот раз с тобой случилось? Ладно.
Я вообще не понял прикола. Сейчас не об этом. Так, вижу. Один, два. Крики. Завалил. Неужели? Надо перезарядить. Это мне нужно. Конечно. Сделаем спину ровнее. Так, ну я заметил то, что эти миссии стали намного легче. То есть с этим оружием прохождение этих миссий стало значительно легче. Кровь. Я так понимаю, это Мэнни. Кто мне байк вернет? Алло. Ребятушки. Так, дела не делаются. На что-то сгодится. Так, мы не договаривались. Что это? А, это капкан, типа, да? Да. Это капкан. Это типа они хотели, чтобы я в него попал, да? Да, я там в один уже попал. Ага, который мясо. Кусается. Больше не собирался. Ага, вижу. Снайпер? У вас тут фрики лагерь жрали тут недалеко, а вы тут себе просто сидите, типа, да? Очень смешно, очень интересно. Дяденька, давай, или я тебе кину подарочек в виде одной штучки. Очень интересно. Ты главное не бойся, все будет хорошо. Ты ум, отлично. Ага. Дружочек. Так, ну я так понимаю, это все, да, должно быть. Да. Ага, мы не жив. Это уже хорошо. Типа, спасти Мэнни бы точно не писали, если бы он не был бы жив. Кстати, какое-то поселение. Кто это вообще такие? Ну, типа, про этих было понятно, как они. А где он? На дереве? А где? Короче, продвижняк Карлоса было понятно. Ими он управлял. Типа, мы уничтожили его. И, соответственно, упокоители тоже были уничтожены. Но тут что-то непонятно. Тут какие-то непонятные группировки. Кто вы такие? Я бы не позволил ему тебя убить. К тому же, кто еще? Ох, какие у тебя глаза красивые. Что происходит? Да ладно. Нихера себе, у него там торчит немножечко. Поднимайся. Медленно. И без звука. Это тоже типа фриковый медведь, да? Ну-ка, братик, перезаряди. У меня для него есть подарочек. Он может не оценить. Он должен оценить. А, ты попал! Ты попал! А не, оценил. Красавчик. Я попал. Давайте патрончика возьмем. О, братанчики бегут. Слышу. Где-то. Что тут? Нормально все? Дыхаешь? Так а что, он все или не все? Нет, не все. А, Дик! Ты его почти добил! Как ты это понимаешь? Шатуна. Ага, это шатун. Ну и он не лутается, да? Ох ты ж,
Вроде все. Ну да, он не лутается. Засиделся я в лагере. Кричат. Впервые вижу такую тварь. Да ладно. Давай свалим отсюда поскорее. Да, только байк мы хрен знает где, нам немножко надо пешком пройтись. А так совсем, в принципе, все даже хорошо. Блин, он не лутается. Серьезно не лутается. Ну, короче, я несколько месяцев на вылазках не был. А еще, короче... Решил, типа, вклад внести, не халявить. Не будет. Понимаешь? В округе полно придурков с пушками, Мэнни. И очень немногие умеют чинить тот хлам, на котором ездят. Да, да, Коп так и сказал. Так. В кои-то веки я с ним согласен. А, давайте еще съездим к Такер. Как так? Посмотрим, что у нее. Мы бабку кинули, конечно. Через одно место очень некрасиво. Типа привели девочку. Девочка сбежала. И мы сбежали вместе с девочкой. Никра. Да ну. Ох ты ж, вроде все. Да ладно. Проводить давай Мэнни его байк. Мэнни, какого ты там делаешь? Давайте Мэнни еще бахнем здесь. Но он мне все равно байк мой не вернет. Он же ж этот, нехороший человек. Так что случилось? Что ты там делал? Ну, короче... Я несколько месяцев вперед, на вылазках не был. Вперед. Решил, типа, вклад внести, не халявить. Понимаешь? Я не могу догадываться, куда идти нужно. Пушками, Мэнни. И очень немногие умеют чинить тот хлам, на котором ездят. Хочу. Да, да, Коп так и сказал. И в кои-то веки я с ним согласен. Слушай, ну почему у нас все вот так? Как так? Все и каждый пытаются друг друга убить. Мэнни... Знаешь, сколько народа сидело в тюрьмах до того, как все началось? Я имею в виду здесь, в Штатах. Без понятия. 2,5 миллиона. Так, ну байк у него оставил. Либо сюда условно и досрочно освобожденных. Правильно. И получишь почти 7 миллионов. То есть из 35 человек обязательно найдется один, кому срать. Тебя тормозной путь тут был, дружочек. И это только те... Дальше сам дойдешь? Да, да. С меня причитается. Давно причем. Если бы не ты, я бы уже был труп. Мэнни... Знай, впахивай. Ну да, чтоб кормили. Давай, иди уже. Когда байк мой вернешь, скотина? Так, отлично. Очередная такая полченца. Найти лагерь. Чей? Кого? Это типа... Ага, я понял, что это. Но сейчас... Сейчас я хочу съездить к бабке. У меня там 15-300 лежит на счету вообще-то. Хотя, что они мне там смогут предложить, конечно же, это такое себе... Вряд ли они мне что-то смогут предложить стоящее. Но ничего страшного, поехали, пообщаемся с бабулей. Давай, открывай, родной, открывай, калит. Стой, я его знаю, открывай. Гол, так, я его можно нашел. Лететь. Слава тебе, Господи. Он жив? Нет. Немного помят, но жив. Я так понял, группа намадов пыталась вытрясти из него сведения о вашем лагере. Сколько у вас? Дик, так, спасибо, бабуля. Что приехал. Здорово. Что случилось? Работорвота. Который заметил мать. Ту девицу в Мэриан Форкс. Ну, я тебе о ней говорила. Да, помню. В общем, он снова туда пошел. Посмотреть, что там еще есть. И не вернулся. Да что у тебя за поселение? Тот пошел туда и не вернулся, а тот... Черт, где в последний раз видели? В одном здании на востоке города. Отель Old Wagon. А, знаю такой. Спасибо, угу. Дик. Я у тебя в долгу. Так, давайте мы не будем пороть горячку. Но, во-первых, мы... Ты наконец-то начнешь ходить. Спасибо. Мы с вами сделаем следующее. Подойдем вот к этому. Как жизнь? Что? Товарищу. Заполним, во-первых, кофры. Да быстрее, не надо мне показывать. Хороший картинку. Выбор.
Чем я прекрасно понимаю, что я покупаю. Чего? Да, ладно. А что у тебя из оружия, кстати, есть? Ага. Ну, по-моему, фигня, да? Ну да, ну да. Чё тут? Ну тут тоже как бы... Да, я понял. Ладно, всё. Я тебя понял. Удачи, всех благ. Если что понадобится, обращайся. Не дай бог. Эй, Дик, давненько я тебя тут не видал. Да, мы с Бухарем решили двинуть в Лос-Лейк ненадолго. Потому что, блин, надо... Надо было в Лос-Лейк сливать это все. Ну ладно. Я так понимаю, теперь наш лагерь это Лос-Лейк. Коб, я его нашел. Хотя... Слава тебе, Господи! Он жив? Нет. Немного помят, но... Так, куда меня ведет эта дорога? Ну, меня же не туда ведет, ну... Я так понял, группа намадов пыталась вытрясти из него сведения о вашем лагере. Сколько у вас человек, сколько оружия? Надеюсь, он сказал, что оружие у нас завались. И что мы его не сможем. Федералы нам больше не указ, так ведь? Нет, не указ. Ты проповедник. Мэнни возвращается в лагерь. Скажи ему, чтоб пахал и не рыпался. Отбой. Пахал. О, ребята. Мы здесь ульи мы сожгли. Ну, видим, где-то, я думаю, сожгем. Вроде у нас должно быть достаточно молотовых, во всяком случае. О, привет. Пока. Так. Чувачка какого-то найти надо, да? Еще один отдыхающий. Продолжайте отдыхать. Фум. Так, 300 метров. Фум. Давайте сюда. Как тут. Он крутой. Я тебя understand. Пока. Пока в голову лучше не стрелять, он в каске не факт, что пробили бы. Так, а. Я у отеля Old Wagon. Захожу внутрь. Так, ну... Видишь Ларсена? Он там? Да, на втором знаю, этаже. Но если там, я его найду. Отбой. Раз, два, три. Отлично. Вот чёрт, помогите! Я здесь! Обязательно. Зараза! Зараза. Ну, дружочек, давай, ну что ж ты там-то запутался, бедный? Он здесь, да? Чё, у меня есть рука. Привет, брат Бухаря. Уничтожьте соседних врагов. Враги по соседству, вы где? Враг по соседству где-то вот здесь. Отлично. Все, надеюсь, нет? Тебе понравится! Так ты заел меня уже. Ах ты, сволочь! Ну давай, дружочек. Я жажду, чтобы мне понравилось. Так, ну все. Что у вас есть? Чем вы можете поделиться? Наверное. А, ничем. Ну ладно. Черт! Ага, тут оно как и было закрыто, так и осталось закрыто. Так, чувачок. Здорово, Ларсен. Ты как тут? Сен-Джон. Сен-Джон. Заеду в город, выпью с корешами. Я тебя освобожу, и ты сразу беги. Меня просить не придется. Не знаю, откуда ты взялся, но честное слово. Ну, беги. Что за мода на лысой голове татуировки набивать? Я не видел такого еще. Не, ну, как сказать, не видел. Видел, но это прям единица. А здесь у Бухаря на башке татуировка, у Ларсена на голове тоже. Типа,
Странно. Становление запаса сил при получении урона. Очень интересно. Ага. Вот, давайте купим. Можно на кухню продавать, за это бабки получать, поэтому мне кажется, это прекрасно. А, так, траву я не собираю, я думаю, мне это умение и не нужно толком. Так, ну тут все. Вот, ускорение перезарядки стрелкового оружия, прекрасная штука в бою, вообще незаменимая вещь. Тупо будем работать просто как машина. Просто машина. Так, отлично. Найдите лагерь. Угу. Нет, спасибо. А, где наша? Где бабуля? Да ну не прикалывайся, я к бабуле хочу. Да. Посмотрим, что у нее еще есть. Честно, мне... Мне миссии, которые вот сейчас идут по сюжету, намного больше нравятся. Которые вот после смерти Железного Майка. Намного больше нравятся. Вот это подай, принеси, не мешай. Ага, нет доступных работ. Все, бабуля, я тебя понял. Давай, не теряйся. Звони. Ну, Дикон. Ладно, поехали к придурку съездим. Так, ну, бабуле работа закончилась. Один квест был. Все честно. Так. Творяй ворота. Эй, открывайте! Это свой. Да что ты говоришь? Дик, как дела? Рад видеть. Тут четко вообще. Отлично. Доступная работа. Так, давай, дядя. Дик, слушай, ты просто не поверишь. Не поверю. Не знаю, Коук. Я за пару лет столько невероятного дерьма повидал. Валяй. Помнишь анархистов? Они прошли здесь где-то год назад или больше. Убивали всех на своем пути. Анархисты. И раскладывали повсюду эти свои кучки камней. Анархисты. А, которые вот, да. Вот эти кучки, которые я название спрашивал. Типа, которые я ломал. Ну вот. Так это скандинавская. Ну, типа, двое моих ребят наткнулись на их лагерь. И нафиг анархисты, чувак. Вернулась только Пенда. Это ж как-то она в Норвегии сказала, называется. Она сказала, что это были анархисты. У каждого на лице искусство. Был нарисован знак. Где... Где она видела лагерь? Я помечу тебе на карту. Пометь мне на карте. И убей всех до единого. Мы и так супокалитивы. Ты кровожадный какой, а? Только анархистов нам еще не хватало. Это уж точно. Я их найду. Так. Привет. Эй, что-то тебя давно не было видно. Слышь, Дик. Рад видеть тебя. Больше я надеюсь, что меня тоже не увидишь. Могу предложить неплохой товар. Предложи, чувачок. Неплохо. Четко. Отлично. Блин. Стоящая вещь. Патроны? Класс. Тащусь. Хорошо. Пока, Дик. Кухонка. Пока. Чик. Отлично. Плюс 43 доверия. 1,6 километров. Опять нет бензина. Да что за прикол, а? У нас же вроде нормальный баф уже. Поехал туда, приехал обратно, бензина нет. Интересно, а во время перемещения расходуется топливо? Кто будет смотреть, напишите в комментариях. Во время быстрого перемещения по карте топливо расходуется или нет? Блять, бабка опять пристала ко мне. Бабки миссия появилась. Ну ты, конечно, вовремя. Ай-я! Это капец какой-то реально. Придурок, ты видишь, я еду в эту сторону? Почему ты так долго эту калитку открываешь, а? Сволочь. Зато когда ты по квесту едешь, да, с кем-то, они аж бегом. Я нашел Ларса, он возвращается в Госпремис. Ага. Молодец. Я скажу Каю его встретить. Ребята видели еще упокоителей. Они движутся на север, Белнапул. Я тоже упокоитель. Конец связи. Угу. Упокоителей уже нет, выдохни. Все хорошо.
Давайте, еще один прыжок. Я должен это сделать. Тим, это Такер. Ты здесь? Нет. Ты не мой номер телефона, отставь. Да, я здесь. Небось, работу мне придумала. Ладно, я заеду. Конец связи. Есть. Блять, он меня опять ведет на... Опять эту херню ведет. Да? Мне же не сюда. Ну да. Ай. А, хорошо. Поехали. Лает железного Майка. Поехали. Запарил. Подожди ты, давай заправимся. Там в лагере железного Майка заправиться будет стоить дня. Уйди с дороги! Давай отдыхай. Еще один трофей. Отлично. То, что надо. Датчик возле этой появился. Не было же раньше, правильно? Заполнение возле колонки. Не было этого датчика раньше. Порядок. Чё за прикол? Типа я теперь достоин его увидеть или что? Раньше я был недостоин. Ну вот. Да, ну вот стоит без железного Майка, уже не тот будет стоять. Давайте поедем шесть за бошку простыли, ну. Тут кто-то у ворот. Это Дикон, пустите! Как же я его знаю, он свой. Вот она, Рики. Подожди, все заключается в том, что нужно... Привет, Рики, как дела? Митчелл и еще пара ребят были на вылазке к северо-западу отсюда. Они пропали, да? И столкнулись с группой номадов. Проследили за ними до лагеря на севере от Милаква-Лейк. Так и что, Митчелл и остальные не убрали их? Они не номады, Дик. А Митчелл вообще еще зеленый. Даже не знаю, он стрелять хоть умеет. А какого хера вы тогда пускаете их водище? Хочу, чтобы это сделал ты. Lost Lake просит о помощи. Ладно, ладно, я этим займусь. Спасибо, Дик. Совсем еще зеленый. И тут дают миссию. И он ее отмечает. А там, когда ты ее делаешь... Ну, вы поняли. Я уже, честно, не хочу. Потому у меня... Иногда механика этой игры напрягает очень сильно, прям. Чувачок, ты вовремя решил по мостику погулять. Все есть. Что есть? Уже. Куда лезть? Так, 600 метров. Я не убиваю никого, я все, не вижу. Есть. Что-то. Добавляется прогресс. Класс. Это я дал угля. Привет, я тебя не звал. Себе. Уходи. Угу.
Опа. Ага, у нас-то топлива в этот раз хватает. Ну все, пора зачистить лагерь. Чистить лагерь. Рики, я умел отговорить. Да, здесь целый лагерь намадов. Справишься с ними? Нет. Да, конечно. Отбой. Нихера, тут еще один снайпер есть. Да, вот он. Я не понял, алло, женщина, кошка, блин, ты шо? Где ты прячешься, а? Все? А, нет, еще. И еще? Чё, кого? А ну, суициднулись быстро. Какого хрена вы прийти решили? Бессовестно. Вот так. Иди, отдохни. Немножечко. Малёха. Совсем. Чуть-чуточку. Так, ну давайте пошмонаем лагерь потом. Суки. Пистолет достань, пожалуйста, Дикон. Немножечко давай, включай свою голову. Теперь надо только сообщить Рики. Рики, все готово. Я зачистил лагерь к северу от Милаква Лейк. Класс. Спасибо, Дик. Я передам Бухарю. Скажи Митчеллу, что может снова играть на улице. Он еще мальчишка, Дик. Именно. Если он хочет стать взрослым, пусть учится держать в руках оружие. Да, о, вот это я хорошо. Займусь. Спасибо, Дик. Займись им, пожалуйста. Ага. Ага, сделаем, если уж можем. Опа. Что у нас здесь? Что вы здесь прячете? Я знаю, что вы здесь что-то прячете. Пригодится. Конечно, гвозди пригодятся еще бы. Дик. О. Рики сказала, ты разобрался с лагерем. Звучит мой. У Милаква Лейк, да, разобрался. Помнишь, в старые времена, когда мы жили на горе Улири, я все жаловался, что из-за лагеря Коупа в наш район сползается всякий сброд. Ну да, помню. 4%. Вот теперь, когда в Мост Лейк есть электричество, 47%. Она та же история, только хуже. Поехали. Да, есть такое. Что ты предлагаешь? Я даже скучаю по прошлому. А я нет. Пока, Бухарь, конец связи. Так, подождите. Бля, за торта. Угу, тут орды, да, теперь отмечаются на карте. Ага. Давайте проедемся. Проедемся, посмотрим. Последний враг. Ага, нам надо Шиза найти, да? Правильно, нет? Дик, слушай, есть работа. Ты кто? А, Рики, привет. Ладно, заеду, конец. Мать, лагеря. Ну, когда я выбираю квест, ты мне говоришь о том, что есть работа, да? Типа, ну, блин. Не шути шутки, пожалуйста. Нужно сжечь оставшиеся гнезда. Если учесть, что там орда еще. Напалимся. Вроде нет уже. Ох ты. Ох ты. Тут где-то, да? А. Вернусь сюда и сожгу то, что тут осталось. Подожди, сожгу, там же орда. Улей просто что? Написано уничтожить орду. Отец, одну секундочку, подожди, я тебе сейчас все объясню. Я нахер не понял, какого хера вообще? Ты меня долбишь с пулемета, дурак.
И во-вторых, фонарик нахера ты включаешь, дурачок. Всех вас перебью. И, ну, тебя поверили. Ой, как у меня хорошо хп-то слетает, прям. Долбаете мне. Осторожнее. А так. Ополчение, давай! Давай! Раз, два, три. Угу. Ну все, капец вам, ребят. Пишите письма. Пинг. Нам бы баллон ему, конечно, зарядить. Было бы вообще шикарно. Вот там у парниша. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Волки! Вас только не хватало. А почему у меня так мало хилит? Конечно, они нападут именно на меня. Они нападут не на... Придурок, у тебя уже каски нет. Умри. Ополченцы. Чёрт вашу мать. Вот-то дебильное создание этого мира будет нападать на кого-то, или оно только на меня может напасть? А почему? А почему он их не трогает? Бля. Да ты шо? Я не понимаю, а уже, типа, прикинь, на полченцах уже не агрится, да? Типа, плевать. Что это за фрик такой, я не могу понять. У меня обойма ушла, и я его даже... Дебил, иди немножечко отсюда. Да, дай ему голову просто. Двое осталось, отлично. Давайте устроим им подарочки. Делаем ему подпал. Задница. Сейчас будет бам, сейчас будет бам. Отлично. И шо? И где? Где же ты? Закончились. Какая досада. Вот и ополченцы закончились уже. Сколько вот это очень зря. Вот это очень зря, потому что сейчас здесь будет столько местных жителей. Захочется и лутать кого-то. Так, ну у меня кофе есть, наполнены, поэтому ну едем дальше. Я понимаю, нужно зачистить вот эти лагеря, да? Ой, да, ой, да, ой, класс, ой, нравится мне все, ой, круто как. А где ты, мальчик? А где ты? А почему это так происходит? Убей. Кровожадные ублюдки. Тихо, убей всех кровожадных ублюдков. Тих. Тинг. Блин, аптечку бы не мешало бы, конечно, от всей души. Черт, долбанное ополчение. Тогда. Еще отряд. Черт!
Да хрен с тем отрядом, блин. Так, они, по идее, они не должны меня спалить. Просто парень выгорел на работе. Ни с кем не бывает, что ли? Так, ну он ни хера не сдох. Да? Да. Поэтому. Выключит этот фонарик, притурок. Чего все попрятались? Ля. Ля ты крыса. Меня обходит. Кто тебя обходит? Где Кент ваш пулеметчик? Ляпы полетели, а? Эй, засранец! Сам ты засранец. Откуда ты знаешь? Мы знаем, кто ты такой. Давай, выходи. Откуда я ты? Я лично тебя пристрелю. Мы не оставим тебя фриком. Давай, Сен-Джон. Выходи! Сен-Джон. Выполни приказ для разнообразия, а? Блин, так рука чешется сейчас вылезти и тупо им по головам дать. Но я, блин, переживаю. За них. Молчание, давай! Убей! Убей! Отлично, дружочки. Ну шо вы, дружочки? Ой, уже прям припорошило. Ну что, уроды? Чё эти? Оп! А ты куда? Чтоб вас. Опа, вот он мой дружочек. Так, я надеюсь, тут этой подруги, которая громко кричит, нету, потому что, блин, мне надо полутаться реально, это уже не смешно. Ты же понимаешь, вам вообще плевать на меня. Ух ты, боевой дробовик. Да нет, спасибо, оставьте себе. Так, ребята, мне бы хилочку, конечно. А, три хилки есть, отлично. Грибочки. Это мне нужно. Конечно, супец сварим на варе стоит. Так. Опа, это типа мемориальная доска, да? А я и не знал. Жилой лунный пейзаж. Историческая табличка. Окей, учту. Так, ну... Блин, а где этот здоровый был, который... Он же вроде не сгорел или сгорел, или что это было? Странно, кстати. Типа, он же ж не сгорел вроде. А, да, дурачков этих тоже полутать надо. Так, это и вот это. Отлично. А, 4 аптечки. Ну, 4 аптечки хватит. 4 аптечки по объективным причинам. Если посмотреть, то, я думаю, нам вполне хватит. Ага, вон он, я понял. Чтоб ты сдох! А ты... Не говори. Тут этих деревьев понаставил. Видишь, я тут срезаю немножечко. Я тебя понял. Надо разведать обстановку. Раз. Два. Ух ты. Вот теперь спокойно заберем все. Это все? Да, они меня видят, ты представляешь? Очень смешно, я тут тупо в посадку топил. И меня видят. Так, брат, ты близко ко мне не подходи, я начинаю напрягаться. Наверх какой-то. А как ты так? А как ты в меня попадаешь? Ополчение, давай! Ополчение, давай! Ополчение, давай. Ага, давай. Ополчение. Минус каска.
Почти мне голова. И скотобаза такой. Ну, и что, я хоть сказать отсюда тебе каску не собью? Ты серьезно? Так, отлично, 100%. Прекрасно. Мне все очень нравится. А, на лесопилку поехать. Хорошо. Но перед этим мы залутаемся. Ага. Крит урон, нейтрализовать врага. Не очень понимаю вот это. Ага. Ага, успешно вырываясь из захвата. Прикольно, кстати. Может, надеюсь, хоть волков гасить он будет нормально, потому что, ну, пока что. Ладно, это брат, прям бич. Но это еще меня. Не все. Я вернусь, вот увидите. Ага. К чему это? Ты сейчас сказал, братан, колись, и я вернусь, вот увидите. То, что мы всех этих дурачков... Ой, тут у него чего-то не хватает. Но я думаю, он не сильно расстроится. Он ее вряд ли пользовался, конечно. Ну ладно. Так, на лесопилку. Я так понимаю... Ой, Дикон, ты весь в крови. Я так понимаю, ну, выключит этот свет. Ну нахрена ты днем его включаешь? Понимаю, мы сейчас все собираемся и валим в лагерь к этим, да? Делать бум. Повстанцам. Рики. Да, Рики. Орда. Поехал к старой лесопилке. Да. Блять, орду уничтожить. Он начальник охраны, он обязан был мне сказать. Ты помнишь, мы там с тобой были? И я показала тебе орду, которая там живет. Да, что-то такое было. Огромную орду, которая там живет, спит и кормится. Да, да, помню. Короче, Рики. Пока я был в ополчении, они, то есть мы, ну, в общем, мы разработали типа супермолотов. Супермолотов? Да, ну, в общем, это типа напалм. Короче, за меня не волнуйся. Дик, ты нам нужен живой. Не бойся ты, все нормально будет. Да у него напалм есть, он сейчас всех выжжет этим напалмом. Придурочный, блин. Да, Дик. Считай, что я зажигаю свечку. Свечку. Ну, то есть, в данном случае, скорее жгу напалмом, но смысл ты поняла. Да, поняла. Конец связи. Старая лесопилка. Ничего сложного. Да? Да. Надо убедиться, что у меня всего хватает. Ловушек, патронов, молотовых. Всего, что смогу унести. Да, мозгов только не хватает, а так все вроде. Не понял, нафига? Так, подождите, давайте посмотрим вот эти сараи. Может быть, где-то можно будет их законтрить, там лестница какая-то залезть или еще куда-то. Ну потому что это реально будет, ну, тупо суицидно сейчас, как дурачок. Ну пока я нифига не вижу ни лестницы, ничего. Вот эти палеты — это фигня. Типа да, вот типа ты поднимешься вот сюда, но а толк вот этого? Типа они сюда тоже залезут по палетам. Ага, там можно. Блин. В чем прикол? Каждую серию у нас... Вот тут пакет, да, пакет даже упаковали. В чем прикол? Практически каждую серию у нас миссия «Уничтожьте Орду». Они перекрывают недостаток сюжета миссиями с «Уничтожьте Орду»? Или как? Или что? Вон типа и отдыхают. Чилят. Бля, там на первом, на втором. Ё-то. Дикон, фонарик не хочешь включить, не? Mm.
Господи, боже мой. Мне кажется, сейчас мы будем старым проверенным методом все делать. Берем байк. Да, отлично. Ездим и убиваем по-другому. На поезд они тоже залезут. Типа, ну блин, реально, ну в чем смысл этого всего? Говорит, ты не волнуйся, у меня есть супер напалм. А что, вы сюда зайти не можете, что ли? Чё? Нет, нет. Понятно. Угу. Ой, как хорошо, палку положили. Ну да, она мне поможет. Вот она мне, конечно, поможет. А меня, конечно, блядь, спасет. Да нахрена, ну, типа, зачем столько палетов ставить? Ну, я понял, тут найдите, как обычно. Найдите, откройте там все остальное, получите шприц, уколитесь, живите счастливо. Так, что мы с вами можем сделать? Правильно, умереть с достоинством. Давайте, короче, залезем сюда, возьмем манок, кинем манок и подожжем, сколько сможем поджечь. Дикон, давай без вот этого, я тебя очень прошу. Друг, я тебя очень прошу. Давай. Теперь, дружочки, стартуем. Лядаки. Дэнс. Что это было? Что за бум? О да, Дикон, палкой! Слушайте, ну прикол, они с двух сторон все уходят. Это не так катастрофично, как я думал, но все равно это катастрофично. Ой, Дикон, ёб твою мать. Вот с этой дебилью. Я серьезно говорю, меня на уровнях, когда у разработчиков не хватает фантазии, чтобы сделать, сука, нормальную миссию, они делают еще очередную миссию с Ордой, типа, давайте вы еще минут 40 продолжите играть, потому что у вас квестовая миссия уничтожить Орду. А ничего, что это третья миссия подряд, ничего, что 5-6 миссий я как дебил за вертолетом ездил, бля. Да, Бухарь ведь у нас трепло. Это, я говорю, меня просто поджигает. Это вот. Ты помнишь, мы там с тобой были? И я показала тебе Орду, которая там живет. Фики. Да, что-то такое было. В бань. Огромную Орду, которая там живет, спит и кормится. Да, да, помню. Короче, Рики, пока я был в ополчении, они, то есть мы, ну, в общем, мы разработали типа супермолотов. Угу. Супермолотов. Что он тебе дает, да, дебил? Ну, в общем, это типа этот супермолотов. Короче, за меня не волнуйся. Кинул манок, половина побежала, половина в палеты уперлась. Как это? Зато, когда я на крыше, они в палеты не упираются. Больше волноваться не надо. Я знаю, что делаю. Рики. Да, Дик. Считай, что я зажигаю свечку. Ясно.
Ну, то есть, в данном случае, скорее жгу напалмом, но смысл тут был. Господи, ты такой дебил, Дикон, если честно. Прям, нет, ну, связи. Иногда прям пугаешь. Уровнем своего, конечно, развития, блядь. Так, я думаю, скорее всего, мы эту орду с вами оставим на следующую серию, потому что, ну... Ну что, нам не хватит расходников, нам не хватит ничего, что я сейчас мои. Можно что-нибудь смастерить? Да что ты говоришь? То есть эта херня используется. А, нет, там. Бутыль керосин, да? Я понял. Зачем это сейчас было вообще? Ну, типа, к чему? Типа, чтоб я не залез обратно, так я вот здесь опять с окна залез. Типа вы меня байтите на то, чтобы ставить ловушки и так далее. Ага, бомба с дистанционным подрывом, которая подрывается, когда на нее наступают. Но это бомба с дистанционным подрывом, еще раз вам намекаю. Потом еще бум. А что вы не бежите? Че? Дружочки, а что вы не бежите? О. Это дурачок там бежит сзади, 100% слышу. Даже не один, наверное. Ну да, он тупо орда на меня стартует. Ну, дружочки, устроим с вами веселье. Устроим с вами веселье. Веселящие там звуки. Дикон, надо бросать бутылку, не держать ее в руках. Я понимаю, что у тебя трубы горят. Отпусти, друг, отпусти. Дружочек. Да. Ребят, супермолотов мы сделали. Да вообще, просто орда не орда. Угу. Конечно, блядь. Конечно. Сука. Можно я сделаю следующий образ? Да, Рик. Поехал к старой лесопилке. Ну, я понимаю, что здесь как бы орда не восстанавливается. Ты типа раз 30 перезайдешь, и все будет ок. Помнишь, мы там с тобой были? Я показала тебе орду, которая там живет. Молодец. Да, что такое было. Огромную орду, которая живет, спит и кормится. Кормится. Да, помню. Короче, Рики. Что, пацаны? Ну, в общем, мы разработали типа супермолот. Супермолотов. Да, ну, в общем, это типа напад. Короче, за меня не волнуйся. Это же стресс, реально. Не бойся ты, все нормально будет. За меня больше волноваться не надо. Я знаю, что делать. Рики. Да. Считай, что я зажигаю свечку. Ясно. Ну, то есть, в данном случае, скорее жгу напалму, но смысл ты поняла. Да, поняла. Ля, тупо завис. Да нет связи. Вы заколебались зависать, я на вас патроны трачу. О, дружочек вышел. Давай. Ля, что за зависание?
Пиксельные маньяки, блин. Так, ну их там очень много. Еще трофеи. Фонари, я тебе сотый раз говорю, блин. Выключай, придурок. Выходи, подлый трус. Ага, вон они. Байк и понеслась, душа в рай. Вот сюда. Пока что вот сюда. Становимся с вами и делаем. Бум, делаем. Бум. Ой, какая винтовка прекрасная. Мне так все нравится. Ну, давай прогнись уже нормально. О, нормально. Чуечка. Патронов мало. Нормально, все четко. Патроны не нужны, патроны для слабаков. Мы же в рукопашку, у нас же есть супер молота. Мы на кулаках. Ну давай теперь проедемся. Че? Так, одну секунду. Оно как-то помечается? Помечается, сказал. Ага, лагерь железного майка и вот эта хрень, да? 10%. Давайте мы быстренько туда берем боеприпасы. Я очень надеюсь, что они сейчас не восстановятся. Потому что если они восстановятся, у меня просто психоз настанет. Мы пополняем кухры, пополняем боеприпасы. Кто пришел? Совесть твоя приехала. Давно не виделись. Да что ты говоришь? Нахер не надо. Поехали. Раз. О, хороший выбор. О, да, баба, конечно. Ш, полно. И в чем себе не отказываю, как говорится. Так, ага. Ну отлично. Все, поехали обратно. Красавица. Молодец. Поехали со мной, орду завалим. Тут мы. Так. Я очень надеюсь, что они не восстановились. Реально, если они восстановились, у меня просто сейчас псих начнется. Нет, они не восстановились. Отлично. Ага, 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 ага. Как бы так мне, чтобы выцелить всех, ребята. Ой, класс. Ой, хорошо, в щелочку, просто пиша. Hitman Absolution. Оба. Тупо в щелочку, пацаны бегают в истерике. Кто это? Кто это? Ага, я понял. Блин, ну это все фигня, если честно. И там, когда мы на берегу озера стояли, мне побольше даже нравилось немножечко. Там как бы их можно было чуть-чуть вытягивать и постреливать. Конечно же фонарик, но почему же не включить фонарик? Вот да, вот да. Ну, пацаны, давай-ка немножечко вы. Чикс. Оу, оу. А куда вы? А чё вы уходите? Что-то начинается, вы уже уходите. Так, что-то там сохраняется еще даже. Куда ты бежишь? Ну давай выйдем ребятам на ход. Чтоб они не уходили. Пацаны, пацаны, не уходите. Возвращайтесь. Всех приму. Всех накормлю. Ну как, накормлю не факт. Впрочем, вы питаетесь. Все, патронов нет, да? Отлично. Один дружочек, второй дружочек. Убили. Ну нифига мы не убили толком. Надо что-то делать.
Так, там я бахнул эту бочку, да? Зря. Там ведь газовый баллон. Вернее, газовая бочка на той стороне. Я должен поставить ловушки! Отец! Ты меня прости. Вот эти? С дистанционным управлением? Ну давай, поставим ловушки. Так, ну я знаю, откуда они выходят. Они выходят вот отсюда. По идее. Блять, ну они меня учуют там. 200% учуют. Они уже учуяли. Давайте вот здесь где-то поставим ловушки. Крикнуть не успеют. Ага, конечно. Чувак, они так успеют. Что я ноги вниз. Никуда не идти. Дистанционным управлением. Не гори. Не гори. Это бомба с дистанционным, падла, управлением. Она дистанционно управляется. Это трэш. Это бомба с дистанционным управлением, на которую ты наступаешь, она взлетает нахер. Это бомба с дистанционным управлением. На секундочку. Трофей. Угу. Очень рад. Так, давай мы просто поставим с тобой бомб. Нахер свалим. Честно. Давайте, ребята, нам сюда. И шо оно дало? Привет, друг. Пока, друг. Ну сюда иди. Что вы назад идете? Козлы, блин. Бля, вот этот пацан тупо смелый. Где этот? Пес. Ладно. Ну, я готов. Молодец. Иди. Ноль ломов, да? Слишком много! Слишком! Для чего? А вы все, нет? У меня есть супер молотов. Супер молотом я сделаю ананас. Так, ну я надеюсь, дружочки сюда-то пойдут. Привет! Так, ну этих я положу, ладно. Может, какой-то этот водолаз.
ты, а ты капец, сколько их там? Мало боеприпасов. Я в курсе. Это у нас есть кофры. Ушей намолотили, конечно. Встал в дверях, он не проходит. А, это он не стал, он в пикселе застрял, как обычно. Но у нас осталось не так, чтобы много. Куда вы прёте? Сюда идите. Давай, давай, давай! Не хотят они с тобой, Тикан, общаться. Ты не нравишься. Ну почему-то прям на принципе. Я тебя понял. Я тебя понял. Я тебя потом как понял. Вот так. Не пришли фриков жрать, да? Ну да. Давай, дружочек, давай. Включаемся. Тусовочку. Вливаемся в коллектив. Пик. Хотелось бы. Давай уже. Так, мы почти половину шатали. У-ху! Нормально. Отдыхай. Опа, вот они, вот идут, идут. Давай. Сейчас будет еще один. Хорошо. Ребята, подтягиваемся, подтягиваемся. Выходим, выходим. Света белого не видели. Я, конечно, увлекся. Хотел на следующую серию перенести. Но нет. Так, дружочек. Давай, ты тоже. Черт, еще бегут! Кто где бежит? Куда бежит? Кто бежит? Кто не бежит? Их чуть-чуть даже под. Ой, да шо ж вы такие прям. О. Тинк. Тинк. Давайте, ребята, что вы такие несерьезные? Дружочки. Где вы будете первыми? Там получите подарочек. Подарочек. Я понял, тебе до задницы этот подарочек. Так, ну что, у нас есть только один вариант. Это валить сюда, покупать еще патроны, ремонтировать байк и возвращаться. По-другому, увы, с этими ловушками. Эй, открывайте! Это Дик! Честно, я не очень. Давно не виделись. Любитель таких вещей. О, одной кнопкой выбор. Нельзя все, да, пополнить, типа. Я тебя понял. Отлично. Снайперские патроны 1200. Всего лишь. Ну, типа так. Ага. Пейки.
умоляю. Кто эти копейки считает вообще? Рад тебя видеть, Дик. Молодец, я тебя нет. Меня столько бабок уже высосал. Свои запчасти. Хочешь заправиться? Да, я конечно, за 639 заправиться. Конечно. Почему нет? Конечно. Сейчас не видно по мне, будет, что я хочу заправиться. Здесь, если понадобится. Злина, блин. Ну все, сюда ехать. Заходи еще. Не дай бог. Так, ну мы должны орду разобрать. Это, ну, типа, это уже дело принципа. Я тупо буду их утягивать на этот мостик и всех положить. Другому, типа, ловушками этими заниматься. А, отлично. У меня еще что-то разбилось. Фара? Да нет. Вот тут фара бы лучше бы разбилась. Ух, чуть не поехал. Ну поехали. Немножко надо забайтить их пацанов. Что там, ребят, отдыхаем? Подъем. Доброе утро. Доброй ночи. Подъем. О, кто-то там меня догнать хочет. Дружочки, подъем. Где вы, вонючки? Так, ну осталось фигня. Меньше половины. О, дружочек смелый вышел. Привет, привет. Не уходи. Лайк, подписка, комментарий. Где же вы? Где же ваши ручки? Где же ваши ножки? Там что-то прям херствует. Так, ну эта орда не могла пойти на меня. Хотя, блин, могла. Но пока все хорошо. Кладем. Отлично. Ага, все, да? О-о-о. А ну выходи. Че сидим? А ну вылазь. Че не идут? О, есть. А где? Где-то есть. Но не там, где надо. Дружочек, иди отдохни. Ну. Побежали, побежали, пацаны, давай, давай, давай. Спорт, это жизнь. О, вон они идут. Клич. Патронов, чтобы хватило на это все. А что вы там делаете, а? О! Виды теряют и все, да, у них паника начинается. Все, теперь не теряют из виду. Я надеюсь. Теряют. А че вы не хотите сюда идти, да? Я вас, сволочи, выведу в любом случае. Вы ж не думайте. Я сейчас патронов наберу, я туда на байке поеду. Мне плевать, я их сюда вытяну. А ну, дружочки.
Привет. Ваши документы. Нет документов, отдыхайте. Вот так тебе! Где вы, дружочки? Томми-ган это просто это что-то с чем-то, это лучшее, что можно было придумать в этой игре. Для меня во всяком случае. Есть. Никуда не уходим, куда вы собрали? Тихо. Я понял, они опять обиделись. Ладно, будем опять байтить, осталась совсем фигня. Так, Сен-Джон, гнали. Осталось совсем чуть-чуть. И что, ходить вас искать по территории теперь, что ли, или что? Я должен поставить ловушки. Поставь. Все, отдыхай. Вот они где. Это все? Больше нет? Больше нет. Типа сговорчивые ребята. Конечно, сделать вот так и сделать следующее. Я, конечно, надеюсь на это, что это можно сделать. А не я сейчас большую глупость сделал. Так, Сен-Джон. И вот так. И пошли, 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 пошли. Тикан, по-братски, я тебя очень прошу. Давай, брат. Вот. Ничего, 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 нормально все. Они не откатываются. Еще трофеи. Я этих все равно хера. Чего они так далеко идут в этот раз? Алло. Что там, пацаны? Нормально. Пицца. Ну выходи. Я должен поставить ловушки. Поставь, брат, поставь. Понятно, ты еще такой стрелок, блин. Ну сюда они не пойдут, они сильно умные. Не, тупые, как пробки. А ты тут что делаешь, алло? Нравится? Я не понял. Что это за...
благотворительный фонд. Я в курсе, что они кончаются. И заканчиваются тоже. Ага, да, уже 10 раз. Блядь, а шо у вас так? Дофига. Вика, на ну. Ага, я понял. Вот это я не ожидал. Ну как, не ожидал, ожидал, но я был в надежде, что этого не произойдет, конечно. Что произошло? Все будет. Куда вы собрались? Я вас не отпускал. Это все? Больше нет? Больше нет. Господи. Че они уходят? Да. Это все, да? Так, ну кофры у меня пустые. Да, он стреляет. Короче, план капкан. Я еду, еще раз покупаю боеприпасы, заезжаю и заканчиваю с этой долбанной ордой. Я уже не могу, реально. Это меня уже прям... У ворот кто-то есть. Как ты думаешь, кто к вам может туда еще приехать? Отлично. Сама ты дик называешься. Как поживает лучший охотник за головами? Блэр, как поживаешь? Есть кнопка купить все? Нет? Хороший выбор. Да что ты говоришь? Ладно. Сколько я бабок увалил на эту орду, конечно. Ясно. Эй, Дик, береги себя. Обязательно. Дикон, а что у тебя не получается, брат? Скажи мне, пожалуйста, что у тебя... А что... А, все, отлично, хорошо. Там просто не с той ноги, да? Я понял. Я это прошу просто. Хорошо. Ну шо вы, дружочки? Я вернулся. I'll be back, мазафакеры. Так, шо? И чего? Это шо? Отвлечение. Отвлечение, манок. Отвлечение. Нахер оно мне надо? Не знаю.
Опа, вот сюда бы их, конечно, подтянуть бы. Было прям от души, но я боюсь, что я оттуда очень быстро выбраться не смогу. Боюсь. Сильно. Ладно, фигня осталась вообще реально. Тынь. Хорошо, работаем. Слаженная, блядь, сколько их там еще? Ай-яй-яй. Показывает фигня, а на самом деле, блин, далеко не фигня. Бля, они еще даже там выбегают. То есть... Бля, заходят хорошо. То есть не толпой, как дурачки, а еще и с плана заходят. Скоты. Ой, вот здесь хорошее место. О! Подкрепление пришло! А, тут ули где-то, да? Это хорошо. Или это как раз замечательно. Ля, ёп, они еще даже по мосту бегут частично. Ага, я понял. Так, ну этих мы оттянули туда. Сколько там осталось? И осталось ли там? Людей нет, конечно. Все, орды нет, они уничтожены. Защитная миссия, сволочь. Блин, ну вот здесь типа самая лучшая идея была бы это сейчас установить взрывчатку. Но ее нет. Все, нет орды. Они ушли. Не передумали. Больше не надо. О, заняли гадушки. Так, вот это мне не нравится. Серьезно? Серьезно. А ты серьезно стрелять не хочешь, да? Они сволочи с флангов тоже заходят. О, прекрасно. Вот здесь мы будем держать оборону. Чик, кофры, чик, минус. Отлично, силы противника были повержены. Ехали искать остатки армии. Пошел. Вот Машку вылепил. Блин, сколько тут ушей собирать? Это капец. Что, они вернулись, да? Нет, они не вернулись. Они где-то еще ходят. Это сейчас будет миссия называется. А, найди орду, ну я нашел. Я справился с миссией. Вот, пацаны. Идут. Хорошо. Становимся. Заднее место. Встали и пошли.
Не вой. Тихо. Так, патроны есть. Отлично. Этих мы тоже разобрали. Выжигаем. Так, ну тех там еще нету, по идее. Их быть не должно пока что. Типа можно пока здесь уши пособирать, да? О, слышу. Вот она, пропажа. Ну пошли. Все нормально. Я думаю, мы справимся, конечно. Кухру только придется опустошить. Лангом заходят, ты посмотри на них. Какие вы умные, а? Все? Подожди, это не может быть все. О, последний дружочек остался. И закончим на тебе лесопилочку. А, нет, вот это потерянная. Тинк. Давайте. Отлично. Так, ребята, надо уши собрать, реально. Как бы они денег стоят. Внизу, да? Хорошо. А, ну да, мы здесь ходили. Точно. О, тихо. Собрал ушей, блядь. Не вставай. Отлично. Готовы. Так, здесь какие-то уши лежали, да? И вот там. Ага, и не только уши, походу, вот там. У меня триггер на карте загорается. А, этот, спортсмен. Не, братан, давай, местные эти. Не мое. Местные турникмены, это не мое, прости. Блин, сколько их тут. Палки. Подожди, там еще есть. Могу забрать. Ага, еще есть наверху. Блин, Дикон, ну что за перекаты? А, я понял, кто тут пришел.
турникмен, блин, прицепился. Я не буду с тобой на тренировке ходить, отстань. Давай. О, пристало. Сказал нет. Так. Ой, как бы нам бы топливо. Ну, я знаю, как мы сейчас справимся. Мы сейчас заберем и в лагерь. Все будет отлично. Мы уже разберемся со всем остальным. О, Кент приехал вовремя. Огонь, молодец. Ну ни хрена себе. Я все веселье пропустил. Как обычно. Ага. В другой раз. Ты все пропускаешь. А ты бегаешь от фриков. Ладно, брат. Давай, вон там останови. А я понял. Так, ну все. Гони в лагерь и жди меня там. Ладно. Только бухай. Ты поосторожней. Ну я что, по-твоему? Хренов камикадзе, что ли?